И снова здравствуйте, дорогие друзья. Начинается новый месяц, а у нас достаточно большое количество посылок, которые можно распаковать. К сожалению, я так и не нашел свой фотоаппарат, на который до этого снимал. Зато нашел свой ножичек, которым открываю. Ну, собственно говоря, по этой причине извиняюсь за низкое качество изображения, возможно, плохой звук. Ко мне, в принципе, идет камера, ко мне идет микрофон. Ну, надеюсь, когда придет, будет все это дело лучше. Что меня удивляет, то, что, видите, пупырчики все пустые. Вот то ли их перед упаковкой кто-то сильно нервничает и прям все лопает, но вот доходят они полностью пустыми. Вы знаете, я впервые вижу такую упаковку. Это цельный кусок пенопласта, в который вставлено стекло. И мало того, что вставлено стекло, в нем еще, видите, ППЭ, или как это назвать. Очень прикольно сделано. Вот. Давайте посмотрим, насколько стекло вообще подходит к телефону, к которому оно заказано. Кстати, вот мне было интересно, как будет выглядеть золотой цвет Blackview. Вот, да, он выглядит таким вот образом. Blackview A8, телефон, который стоит, ну, приблизительно 4000 рублей. Да, там плюс-минус, по-моему, 50 рублей. 4050. Так, стекло, ну, взял наугад. У поставщика, у которого беру основные стекла, они еще не дошли. Это пришло, значит, по комплектующим, да, ребят, влажная сухая салфеточка и поглотители пыли. То есть комплектация, ну, достаточно хорошая. Ну, вы знаете, само стекло, конечно, мне, если честно, как-то, по-моему, слишком большие зазоры. Видно вам? Очень-очень-очень-очень большие зазоры. То есть оно приблизительно, как вот рамки если отделить, вот все, что до рамок, оно закрывает. То есть само стекло вроде как толстенькое, тяжеленькое, да, интересное стекло, но вот по размерам оно как-то, если честно, не особо, да, то есть вот давайте подождем стекло от моего поставщика регулярного, да, у которого я заказываю на Asus Zenfone Max, который вот приходит с палочками, посмотрим, как будет выглядеть у него. Значит, по Blackview это у нас был золотой. И сейчас посмотрим, какие еще пришли. Еще один золотой. Будем его открывать. Ну, давайте распаковку же для того, чтобы посмотреть, нет ли каких проблем. Проблем никаких не вижу. С краном тоже все в порядке. Кстати, ребят, очень рекомендую делать следующую вещь. Вот если вы заказываете телефон с Китая, вот он к вам пришел, будьте любезны, да, то есть достали камеру, покрутили, повертели упаковку, показали то, что она со всех сторон цела, вами не вскрыта. И после этого на камеру, очень странно, все три оказались золотыми. По-моему, должны были быть еще серые. Ну да ладно, золотые тоже хорошо. Телефон имеет, ну, средненькие характеристики, но зато цена в 4000, да, что вы хотите от него. Так, давайте вот с этой посылки продолжим. Что меня удивило, это первая посылка, которая была с курьером доставлена ко мне. Все остальные, насколько помню, да, ну, приходилось ездить на почту. Ну, исключение, когда это совсем что-то дешевое, бестрековое, и кидается в почтовый ящик. Поставь 5 звезд, на тебе адаптер для симок в подарок. Пупырышки положили отдельно, не совсем понимаю зачем. Значит, здесь у нас набор для вскрытия телефона, и вот здесь у нас
Так, что у нас здесь? У нас здесь для 5-го айфона аккумулятор. Так, ну давайте, наверное, его вскроем. Посмотреть же надо, что он из себя представляет. Заказывал я это не для себя. Заказывал я это как бесплатный посредник. Не знаю. Ну, ребят, наверное, не буду я его вскрывать. Упакован хорошо. Должен, по идее, да, как бы полностью соответствовать, потому что это вроде как даже какая-то марка. Да, то есть заявлен он был как 1440, если не ошибаюсь, миллиампер в час. Ну, вставим, посмотрим, что он из себя представляет. Вы знаете, вот не знаю, то ли из-за того, что две щетки достаточно большая сумма денег для него считается, то ли по какой-то другой причине, но эта посылка была даже трековой, то есть она отслеживалась. По-моему, когда я один комплект заказывал, она уже не отслеживалась. Что это такое? Да, это просто зубные щетки, заявленные как уголь плюс, достаточно мягкие, неплохие, недорого стоят. Есть у меня люди, кому они подходят, да, вот они у меня заказывают, я им привожу. В принципе, попробуйте, вполне неплохие. Автомобильное зарядное устройство с двумя выходами марки ROG. Брал из-за того, что была распродажа. Ну, собственно говоря, сейчас особо сильно про него распинаться не буду. А по той причине, то, что надо делать тесты. Тесты скоро буду делать, поэтому заходите либо в раздел товары марки ROG, либо, ну, может быть, там какой-то еще раздел появится. Посмотрите правый верхний угол, значок информации. Там есть ссылки на некоторые другие мои разделы. Ну, про них поподробнее будет там. Очень интересная ситуация с этим ножом. Интересна она тем, то, что, как ни странно, посылка была трековая. Но где-то в один прекрасный момент он потерялся. Я открыл с этим продавцом спор. Ну, достаточно быстро его выиграл. А сейчас вот я ему написал, да, там, что ты хочешь, чтобы я там тебе денежку заплатил, назад вернул. Или тебе она там не сильно нужна. Как ты закрываешься-то? Никто не знает, как ее закрывать. Он просто закрывается. Он немножко такой жесткий. Керамический нож, похож на попугая. Вы знаете, достаточно острая штукенция. Стоит при этом, ну, недешево, да, то есть порядка 160 рублей. Ну, в целом симпатичный. Давайте посмотрим, как он открывать будет. Так, вот, я здесь что-то сейчас... Ребят, он до безобразия острый. Я его даже немножко боюсь. Несмотря на то, что он прям такой игрушечный, ну, как какой-то он страшноватый, вот прям вот опасный. Долго достаточно это у меня лежало. Не совсем понимаю, куда вот эта резинка должна идти. Ну, давайте специально приготовленная бутылочка. Кстати, очень рекомендую этот квас. На самом деле живой. Если вы его не уберете в холодильник, он у вас забродит. И вы будете пьяными, выпив его. Так, ну на бутылку подходит все это дело очень даже. Давайте накачивать. Ну, смотрите, да, вот можно регулировать, чтобы это либо брызгало струей, либо это разбрызгивало. Не совсем вот понимаю, удобно ли будет вот так ее носить. Но тут надо понимать, что можно использовать не двухлитровую бутылку, да, там литровую, либо 0,5. Очень хорошо, наверное, будет подходить для того, чтобы поливать там какие-то растения домашние. Качество, ну, выглядит достаточно просто, со своей функцией справляется. Вполне возможно, будет довольно долго жить.
Да я его боюсь, ребят, он на самом деле безумно острый. Там вот опасный, очень опасный нож. Видите, прям вот какой-то брачок. Ну, смотрите, когда я все это дело смотрел и хотел заказывать, мне казалось, что пластик будет, ну, более какой-то качественный. Вот. Сейчас на него смотрю, ну да, вроде все нормально, все жестко. Запаха, ну там, какого-то химического нету. Ну вот, цвета мне как-то немножко не нравятся. Значит, что это такое? Это игрушка. Отдельно это видео, видимо, вырежу. Уйдет все это дело в раздел для детей. Значит, у нас есть отвертка крестовая. С помощью нее можно эту игрушку полностью разобрать. После чего ее можно полностью обратно же, опять же, собрать. В принципе, вот эту часть можно использовать как гаечный ключ. Закручивать, откручивать. И дополнительно у нас есть вот такой вот ключ. Им точно так же можно откручивать. Либо, ну, откручивать вот так. Ну, либо закручивать. На усмотрение. То есть, в принципе, ребенок может выбирать. Хочу отвертку, хочу накидной. Опять-таки накидной. Либо, ну, простой, да. Кручу, верчу, все разберу. Мое мнение должно быть достаточно интересно. Ну, единственное, у меня сейчас младший. Рановато, наверное, для него будет, а старшему уже это будет поздновато. Стоит недорого, вполне прикольно. Едем дальше. Значит, сухая влажная, пылесборничек и само стеклышко. Стеклышко у нас на Lenovo Vibe Shot. Мне такое не совсем нравится. По-моему, вырез немножко неправильный. Я жду другое. Буду ждать его дальше. Ну, это стекло я распаковал. В принципе, дошло. Не повредилось. Ну, как минимум, заказывать можно. А были у меня уже в обзоре такие ручки. Что-то тут, видите, испачкана она. А, ну, вот это вот цвет металлик. Стержень здесь вполне можно менять. Пишет, ну хорошо, плюс стержень можно заменить. А на колесиках вот эта вот часть, она снимается. Не совсем резина, но, видите, катается очень даже. То есть ручка, ну, мое мнение, очень даже прикольно. Ребенку будет, ну, вот очень весело. Плюс там можно Джеймс Бонда какого-то себе представлять. Потому что по форме такая прям гоночная машинка. Вполне рекомендую. Так, очень хорошая, полезная посылка. А для чего она нужна? Это нагрузка, с помощью которой я смогу проверить, насколько хорошо кабель пропускает зарядку и насколько хорошо автомобильные и сетевые зарядники заряжают. Да, то есть это вот то, чего мне не хватало для того, чтобы сделать тесты. Ну, подозреваю, скоро тесты будут. Подписывайтесь, следите, ждите. Ребят, мне очень нравятся эти чехлы. А нравятся они по какой причине? Ну, с одной стороны, вроде это вот банальный пластик. А при всем при этом они... Ну, такое подозрение, что это вот банальный пластик, они покрыли чем-то вот матовым, прорезиненным, уж не знаю, как правильно сказать. И тактильно он стал просто потрясающим. При этом, да, есть там вот яркий красный, яркий желтый, ну, там, классический черный цвет. Если вы используете, да, вот такие вот пластиковые бампера, ну, очень даже рекомендую, потому что вот мне нравится. Мне вот реально на самом деле очень нравится, ребят. Вот прям вот заказывайте смело, выбирайте цвет по вкусу или берите себе комплект неделька. По тактильным ощущениям очень даже. Очень интересная коробка. Очень интересная коробка. Интересно, она чем?
а тем, то, что здесь находится китайская еда. Что в плюсе? Здесь ассорти. Я не знаю, что здесь конкретно. И от этого становится еще интереснее. Давайте все это дело разложим на столе. Давайте все это дело посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Продавец не обманул. Положил 20, как и обещал. Да, стоит это, ну, там где-то там, порядка 1000 рублей. Реально, в Китае это стоит, наверное, ну, там вообще какие-то сущие копейки. 2016-08-22. У них, по-моему, дата производства указывается. Будем надеяться, что это не просрочено. Почему? Потому что мне это нужно будет кушать. Мне это нужно будет кушать. А перед этим нужно будет поискать прямые ссылки на все на это дело. Потому что, когда я буду кушать, после этого я буду там рассказывать свои впечатления, ощущения, да, на что это похоже. И давать вам ссылки на там, ну, там, например, вот это окажется очень вкусным, интересным. Скажу, вот это берите, остальное нет. Да, и сможете по прямой ссылке это заказать. Немножко, наверное, будет боязно, конечно, все это дело хавать. Потому что абсолютно непонятно, что это. На что это будет похоже. По-моему, это чья-то шея, судя по рисунку. Ой, гадость. Гадость, ужас, ужас, гадость. Что-нибудь вы из этого ели? Напишите. Если что-то прям вот сильно ужасное, то вот там, Миша, не кушай это, не надо. Вот это, наверное, будет самое простое. Да. Значит, ребят, скоро в разделе «Еда» появится открывание, поедание, ну и какие-то отзывы про вот конкретный продукт. Интересно, заходите. С другой стороны, ну, возьмите и закажите себе вот такую вот упаковку, какой-то разной дряни неизвестной, да, ну и закрытыми глазами подегустируйте, если вам азиатское нравится. Если вы вот не выдерживайте запах, который больше похож, наверное, на мочу какую-нибудь там кошачью, то лучше, наверное, этого не делайте. Мне это интересно, мне это прикольно. За сим, думаю, видео можно заканчивать. Это у нас получилась первая распаковка за октябрь месяц. Ну, ждем, что будет дальше. До скорых встреч!